Уже доброй традицией стало проводить в стенах Елабужского института творческие вечера поэтов Елабуги. На сей раз такой вечер был посвящен творчеству Светланы Александровны Пивкиной. Проникнуться духовной атмосферой мероприятий и окунуться в философию творчества поэтессы помогли романсы в исполнении Рахима Мухаметовича Гасина. На заре ты ее не уни, на заре она сладка, так спит. На вечере присутствовали преподаватели студенты факультета русской филологии и журналистики, которые с удовольствием читали стихи Светланы Александровны. А вокальный ансамбль факультета «Акапелла» исполнил для нее несколько песен. По словам Светланы Александровны, мир творчества позволяет людям сохранить позитивное отношение к жизни. Прежде всего, желаю избегать ничего не делания. Обязательно чем-то увлекаться, чем-то. Ну, чем, конечно, больше читать и, конечно, писать стихи. Потому что, когда пишешь стихи, и себя узнаешь, не только людей, себя узнаешь и людей узнаешь. И становишься совсем другим. Юлия Сафронова, Айдар Салихов, пресс-служба Елабужского института КФУ.